Так, у нас высадка в Импале, ребята. Импальная высадка. Я хочу сразу же наверх приземлиться. И постараться кого-то, может, сразу бы убить. Мне, кстати, боссики починят в субботу или воскресенье. Так что я снова буду в капельках сидеть. Все-таки мне там как-то получше было. Поудобнее. Есть кто-то на крышах? Никого нет, да? Дорога дальняя. Отзаел, кстати, этот трек. Остался. Значит, норм. Но вокал женский такой прям вытягивает, капец. А, закос вот под это вот что-то старинное такое, знаете. Я должен был его убить. Я это сделал. Еще один чел пришел какой-то. На второй этаж пошел. Но вот это уже тяжелее будет, чем отсюда. Чем через щелочку вот эту вот. Ну, почти хорош. Да какая блюшка? Ну вот оно тебе надо было. Скажи, пожалуйста. Блюшки вот эти раскидывать. А вот и я снова. Всем привет, чат Игнат. Здорово, Вячеслав. У меня через 3 месяца родится сын. Опа. Поздравляю. Это на самом деле... Это на самом деле достижение. Поздравляю. Круто, круто. Здорово, здорово. Круто, поздравляю, спасибо за платосик. Сын, это круто. Сын, это круто. Так, ну что у нас, сетап на каточку. Аукаем кашка, найс. Здорово, налим. Не старинная, а русская народная. Но... Вы поняли. То есть я что хотел донести, вы меня поняли. То есть для меня, так сказать, раньше так пели. Народные вот эти песни раньше так пели. И это нельзя не сказать, что это не старинные. Это стиль старинный, сейчас так, ну, практически никто не поет, только в народных хорах. И поэтому мне очень нравится, что на данный момент есть артисты, которые возрождают вот эту культуру народного вот этого пения. Что, как она там, певица, есть еще одна, Мовави или как-то так, тоже схоже как-то поет так. Она еще с этими пела, с Каспийским грузом. Вместе. А? Я не знаю, кто. Но надо было посмотреть в глазок, сказать, что надо. Может, соседи хотели? Хотя обычно соседи стучат. Посмотри, закрыта ли у нас эта дверь.
Он куда-то вообще вниз убежал. Ошалеть, стой. Вот я клянусь, я не слышал, что он сюда прибежал. Как так? Это же капец на самом деле. Со звуками вроде бы ничего не делали они. Но почему-то некоторые звуки прям не слышно. Как будто бы есть такое. Так, ну и тут у меня, наверное, все. Больше нет никого. Мне нужно аптечек немного собрать. Как убрать анимацию при повороте альтом? Это интерполяция свободного обзора. Ее нужно отключить в настройках. Вы представляете, просто вот ночью вы спите, а у вас кто-то ручку дергает. Ваши действия. Входную ручку просто вот так вот. Чик-чик-чик поворачивает. Ребят, не забывайте лайки прожимать. Спасибо. Настрой под дверью. Под своей же? Ну ты хорош, конечно. Таких дебилов точно испугаются и убегут нафиг. Я бы испугался. Сам. Типа, ну его нахер. Под свою дверь срет чел. Его убили, отшалеть. Убили слева. А, нет, не его. Я перепутал. Ну, Керима Арслана это не спасло. Но он был хорош. В любом случае, молодец. Почти подловил меня. А, тут еще какой-то приехал. Блин, опасно на самом деле тут так стрелять. Потому что там снайпер. Отсюда не видит, да? О. Вот когда надо, патроны заканчиваются. Так, этот чел мне должен выйти или на чем-то поехать, maybe. Не знаю, что он там будет делать. Понял. Один хит остался ему, капец. Успеет он отхилиться там или нет? Давайте, наверное, за синьку зайдем, да? Я не знаю, у него навряд ли там тачка есть. Но вдруг у нас есть просто рюкзачок. Мы себе можем позволить, да, за синечкой немножко потусить. Тем более я его вижу, а он меня нет. Я бы офигел, если бы он мне сейчас еще в голову повесил. Капец. Это скины топовые, откуда? Прокачиваемые пушки. На 2К играешь, да? Видно же, по-моему, нет. Или не видно вам, что это 2К? Вам видно, что это 2К или нет? Плюс чат, кто видит, что картинка качественная, минус, кто считает, что картинка фу. Интересно знать. Ну все, спасибо, успокоили, блин. Качество фу. Качественное фу. Так, мы забираем сотку отсюда. И куда мы едем? Наверное, я хочу на фуникулёре прокатиться. Блин, а вдруг зона будет хасиенда, и тогда я там на ноге пойду? Нет, все равно хочу на фуникулере прокатиться. Зачем масса с кулаками постоянно? Да не знаю, привычка. А, или ты про игру? Ладно, шучу. Жизнь я кулаками не машу. И вам не советую. Но уметь надо. А где тут чел стрелял? А
Отключишь для меня музыку на новой катке? Если что, песня вот Hello Stalking on the Shelf. Говно, Ярик. Экскалибур. Не, МКшка вообще какая-то бешеная пушка на самом деле. Ошалеть. Спасибо огромное, спасибо за полтосик, спасибо. Вот это было круто. Это было круто. Я все патроны трачу в никуда. Я это только что понял. Блин, там чел. А, ну и как я и говорил, зона у меня что? Зона у меня сосновка. Поэтому мне что сейчас нужно сделать? Мне нужно вот так вот пройти в зону. И уже там посмотреть, что да как. Я, знаете, вот просто с апреля по январь стримил по 8 плюс часов каждый день. Вообще без выходных, просто каждый день. Потом садился, какие-то видосы сделал, шорты и т.д. и т.п. И у меня просто мозги поплыли. И с речью начались огромные проблемы. Поэтому не зарабатывайтесь, ребята, оно вам не надо. Какая у тебя мечта? Чтобы сын вырос у меня хорошим человеком. Это основная мечта. Все остальное мелочи. Спасибо большое за полтосик. Сколько долларов ПК стоит? Я не знаю в долларах. МКшка для рукоятки топ лайтвейт. Для всех тапалок лайт самое лучшее. Ну, имеется в виду легкое. Так, у меня много хаешек, у меня чел на крыше хасиенды тусуется, не знаю до сих пор... А, это не крыша хасиенды. Все, понял, извините. Так, мы оба хилиться. Да, после катки настройки, ребят, покажу. Так, мне надо... Я, наверное, скину хаешек всякого вот этого. Так, и что? А, у меня сейчас оттуда пойдут ребята, мне бы их подзакрыть. Мне, по идее, на этого надо болт положить. Да? Или не надо? Но он меня отсюда видеть будет, блин, засранец. Мне надо верхних подзакрыть. А тот меня будет видеть. И в любом случае, куда бы... А, вот я хотя тут норм вроде, да? Давайте, наверное, здесь тогда остановимся пока что. Ну, вижу этого типа. Он будет проходить как-то право стараться, скорее всего. Он как-то правее держится. Поэтому он будет где-то вот тут вот стараться перейти. Нам нужно будет что сделать? Нам нужно будет просто его закрысить, получается. Но это мы умеем, да? Это мы умеем. Нам нужно просто вот так вот сделать и все. Он побежит вот там где-то. Я не знаю, мы его здесь увидим или нет. Блин, он по кому-то там шил. Там тоже болтовочка. Сейчас я не увижу уже этого типа, да? Надо проходить, получается, вперед еще. Пингвимон. Как против меня воюют чуваки, когда вот так вот распикают? Знаете таких? Так что он через низ пойдет, через право? Или все-таки налево как-то рванет? И теперь уже фиг его, да, про это прочтешь. Пятая фаза, в принципе, будет кусаться. Я не знаю, как он пойдет. Как он будет действовать в этой ситуации. Но я бы на его месте туда бы пошел.
Хотя, с другой стороны, у меня там тоже full vision сейчас будет. Я сейчас выйду просто сюда. Я себе почистил справа. Чувачка убил, поэтому у меня немножко тут обзор освободился. Я могу сюда выйти немного. Поэтому у меня чел где-то должен тут выйти. Блин, или он все-таки там пошел? Ошалеть! Ничего себе! Я кто, блин? Что? Я просто по звуку пострелял, если честно. Ошалеть. Так, я, наверное, пойду дроп пощупаю, посмотрю. Может, там есть все-таки какая-нибудь третья касочка для меня, возможно. Блин, я не знаю, ребята. Давайте под конец рысь все-таки, да? Я нашел рысь под конец, и все. И тут понеслось. Это, конечно... Рысь — это имба. Я ее почему-то полюбил, когда двух чуваков с тачки выбил просто двумя шотами, которые ехали. И все, я просто с тех пор как-то рысь прям вот просто полюбил. Мне чел где-то что ли в будке или что? Непонятно. Вообще мне отсюда отойти надо, по идее. По-хорошему. Подождите, у меня чел стреляет сюда куда-то. У меня чел в будке, реально. Давайте вот этого сначала убьем. А как так я его не сразу? Может, не будку поджечь? Или туда хае закинуть лучше? Подождите, это он не там был? Мне чел только что тут был. Нет! Ошалеть! Вот, хорошо, что он холодную кинул, ребята. Мне повезло, на самом деле, капец как. Что он холодную кинул. Так, и он сейчас должен слева где-то у меня выйти. Мне надо фулл акцент на него сделать. Ошалеть. Фух. Но я там точно видел чувака. Поэтому надо с ним доиграть. Я пойду с ним доиграю. Исчез сразу же. Ошалеть. Читом пахнет. Да нет, все логически. Любое свое действие, я вам объясняю, что да как я делаю. Какие читы, друг. Так, ну мне надо с рыси-то хотя бы одного убить, я не знаю. А то я только один шот дал одному, и все. Так, и нужно... Так, вижу типа. Куда он стрелял? Он у меня за камушком? Или это я кактус? Нет, это чел был, точно. Это был 100% чел. Так, у меня один тут за камнем, один левее. Получается. И, в принципе, что, все, да? За камнем, наверное, я могу... АЕшкой долбануть. Если получится. Нет. Не вышло. Он, наверное, куда-то и отбежал. Подождите, у меня на той стороне дороги есть? Зона. Не, все, забейте на рысь. Не реализовал, как говорится. Не реализовано. Я не знаю, она бы на самом деле его насквозь, да, прошила бы, скорее всего. Что-то как-то не ваншотает у меня она. Так, я видел еще типа вот здесь. Но этого ваншотнуло, найс, хотя бы один сделал. Жестко. Так, а сзади у меня... Подождите, у меня должен справа быть, если... Они же не убивали друг друга, правильно? Или убивали? Если убивали, то... Блин, да я, короче, тут останусь лучше. У меня еще сзади может быть чел. Вообще спокойно. Наук прям имба. Нет, все-таки... Все-таки здесь они у меня. Все, это вин. Это вин. Я прочитал эту игру.
все шикарненько. Давай, другалек. Я ему отвлекалочку туда кину. Пусть думает, что я там, а я буду здесь. Просчитано, просчитано. Хорошая каточка получилась, да? С аугом. Но аук вообще нормальная пушка. Как и МКшка тоже. Тут еще ФАМАС упал, офигеть. Такая веселенькая каточка получилась. Хорошая. Так, сколько у нас урона, надо посмотреть. 1700 урона, 1800. Слушайте, это шикарно, шикарно. Не забывайте лайки ставить. Кто на Ютубе будет смотреть, и комментарий. Спасибо.